Итак, наши бойцы бодро-бодро начинают после насыщенного на события 13-го боя. Думаю, 14-й бой будет казаться просто ослепительным. Сейчас посмотрим, как же будут развиваться здесь события. Хорошо, хорошо. Насыщенный раунд номер 2, удары за защиту, некоторые выцеливают позицию друг друга, выжимают силы, боят красного бойца в угол, идут резкие атаки, пытается он ответить, и это гонг. Итак, наши дорогие зрители гонят наших бойцов вперед. Остается одна минута. Остается 30 секунд последних, ребят, в этом бою. Давай, выкладывайся! Давай! И теперь дело остается только за сутки. Интрига.
Итак, судьям было сложно принять решение, поэтому раздельным решением судей победу одержал боец «Синий». Город Казань. Как у вас, Эрби, да, я такой?